В Астраханской области соберутся археологи из разных стран мира. С 21 по 24 августа в селе Байбек состоится международная конференция «Проблемы изучения неолита Евразии». На ней обсудят вопросы, связанные с генезисом, развитием и взаимодействием археологических культур неолита южных регионов Евразии. Ранняя неолитическая стоянка Байбек в Красноярском районе – древнейшая стоянка эпохи неолита с сохранившимся культурным слоем не только в Нижнем Поволжье, но и в Европе. В конференции примут участие около 50 ученых из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья – Франции, Германии, Польши, Узбекистана, Украины и других. Астраханскую область на форуме будет представлять кандидат исторических наук, доцент Татьяна Гречкина и начальник отдела археологии государственного учреждения «Наследие» Дмитрий Кутуков.